пиздец. Он сюда едет. Не, он реально к тебе. Они сюда идут. Они же могут поймать. Да. Они увидели. Они увидели. О, вот, бежит. Кровь, да. Разбились. Ой. Беги! Там мусора, сюда нельзя бегать, дебил! О, там это даже есть. А, я сразу запустил видеоролик. Я сразу включил видеоролик. 100 тысяч рублей тому, кто меня сегодня дотронется до моего пенсила. Забирай. А может 50 тысяч тому, кто дотронется? А ты хочешь до меня тронуться? Отсосать вас хочу. Что проблема-то? Я тебе еще больше накину. Да? Конечно. Давай только. Сашка, 50. Пацаны, прямо сейчас мы в Крису заходим, в парк ВДНХ, я выкладываю сторис у вас на экране сейчас будет. Хотя ждать не обязательно, пока оно будет, блядь, что я долбаю, что это же монтаж. Современная шляпа, новая. Здравия желаю, дамы и господа. Сегодня у меня есть для вас интересное предложение. Человеку, кто меня поймает в течение 2 часов в парке ВДНХ, я дам 100 тысяч рублей наличкой. Поймать, ну, в плане, нужно до меня докоснуться, до любой части тела. Можно до пенсила, можно до руки. Кстати, у меня будут телохранители. Вот один, Александр Пардевич, второй, Алексей Корешев. Вот, они будут стараться вас сдерживать, пацаны. Ну все, да начнется королевская битва или гонка за головами. Похуй, как это называется. Все, начинается 2 часа, отсчет, я запускаю таймер с момента того, как я выкладываю сторис. Пацаны меня охраняют, все просто. Они стараются поймать человека, который за мной бежит, или там дать мне информацию, что кто-то там парит, жестко втыкает, надо съебываться. Далее, моя задача сегодня просто поймать жесткую шизу, блять. Не, ну рано, пацаны. Я подготовился, я не знал, что будет, но походу тебя не поймают сегодня. Еще меня зальет просто и сам дотронется, блядь. И сотку еще отпиздит, и Саня ебало сломает. Я спрятался, блядь, я надел капюшончик, надел вот эту чудесную маску Алексея Корешева. Ебал его жопу. Пошел нахуй. Блин, не бей меня, блин. Мы идем в парк максимально тихо. Саня не подает виду, что снимает, мы занимаем локацию. Просто я выкладываю сторис и запускаю таймер. Все, погнали. Подписывайтесь на пацанов, вот ссылочка, это все, чем я могу им заплатить. Потому что денег эти гандоны не заслужили. 100 тысяч у меня в кармане. Блядь. Извини, верни деньги. И потом, знаешь, типа, а меня по итогу никто не поймает, я к тебе подхожу, Лёх, ну ладно, давай бабки. Такой, у меня нет. Я такой, ты охуел, бля, просто на тебя нахуй падаю, тебе в ноги сосуте член, так, бля, просто за залупу откусываю, блядь. Ну, я слышал, у меня есть ёбнутая чуйка, что ещё прям, знаешь, типа, шиза будет, понял? То есть, надо будет сейчас за каждого чела мониторить. Типа, прикол в том, что я буду в повязке, то есть, видно будет, что это я. Объективно, ну, свеженький пацан, его просто за минут секунд 30. С сердцем проблемы начались. Ура, я даже бежать не стану, скажу, ребят, не бейте, бля, лучше обосыть. Брат, ну уже вступление минут на 3 напиздели. Плюс бежать я буду тоже минуты 2. Потом меня еще скоро откачивать будут от инфаркта, блядь. Минут 5. Контент ебанут. Сразу второй ролик еще слышишь. Пиздец, ребят, чуть не сдох, блядь. Поставьте 10 лайков, блядь, я реально умру. Бля, ну это, конечно, мой косячок, что я не продумал момент, что я выгляжу как бустер. Да, зачем? Я тебе это говорю. Ладно, похуй, нормально, нет. Я сказал, сколько получишь, столько получишь. Быстрее освободимся и поедем в Макдональдс. Прикинь, такой угонять, чувак. Да ебать. Как всегда в жизни бывает, тебя просто посылают нахуй. Жизнь такая тупая. Он говорит, пошел ты нахуй, блядь. Я ему говорю, за что, мужик, блядь? Здравия желаю. Как вы знаете, мои ролики и творчество поддерживают друзья из полностью надежной и легальной букмекерской компании Bet Boom. Регистрация занимает всего 15 секунд, и перед вами откроется мир сочных коэффициентов и балдежных экспрессов. Футбол, хоккей, теннис, баскетбол, бадминтон и киберспорт открыты для вас. А по моему промокоду в первом закрепленном комментарии вы можете получить бонус до 10 тысяч фрибетов и ознакомиться со всей подробной информацией. В смысле, выкладывать хочешь? Да. Так мы не спрятались, нихуя. Похуй. У тебя просто первый чел сейчас встречает и вот этих двух вырубает и просто тебя ловит. Брод, посмотри на них, он их как минимум секунд 10 хуярить будет. Кстати, дай мне перец, я буду заливать подписчиков. Извините, подписчики, я пошутил. Просто объективно представь, идет чел. Они начинают, например, с ним, типа, держать его, и все такое. Он рвется, за 100 тысяч он им ебальники ломает, и он просто бежит дальше, другие замечают эту движуху и бегут за нами. У нас нет шанса. Просто по инерции уйти. Бегут. Да, у нас нет шанса. Все, значит, конец усиление, ролика, так сказать, конец ролика. В Brawl Stars у нас нет посмотрим, ускорения. Посмотрим, блядь. Ну, это беспалевно вообще, да. Нет, я нашел в лужаке айфон. Заебись, спасибо, что лег туда. У меня как раз нет телефона, можно? Могу продать, если хочешь. Новый айфон, блядь. Давай, похуй. Хватит? Держи. Спасибо. Бизнес постоянно. Да, Ген. Да, я? Найди меня. И забери 100 тысяч, блин. Ты хочешь повышение к зарплате, Ген? Хочу. Ну так поймай меня, сука. Ты чего еще сказать, я съедаю. Ты съездой, где это дело? Да, брат, мы голая баба тут с мужиком, памятник есть. Есть кусты классные, дерево роскошное, елки. Скинь мне, где я боюсь, просто и все. Да, без проблем.
Что другие позиции? Все? Я выкладываю? Да я не знаю, нам пизда будет сразу. Нихуя, да, пизда. Ну, сразу пизда так пизда. Поставьте лайк сразу на видео. 200 тысяч лайков. Я буду без трусов также бегать от всех. Че, погнали? Снимаешь? Ты снимаешь? Это твой личный фреймтейнер на плече. Погнали. Уже выложил? А, я уже выложил. В смысле, ты когда я выложил? А, блядь, я уже выложил. Он там ее выложил. 6 минут назад я еще раз выложил. А, реально? Да, да, да. Пока спокойно гуляем по парку. Сейчас просто чел мне саблей в спину, блядь, Сейчас просто по люк провалюсь, на черепашки низу утаскивают, ебут меня вчетвером. А если за 2 часа никто не находит? За 2 часа, если никто не находит, то я просто 10, ну, 100 тысяч кладу закладкой. Куда? Ну, где я хуй скажу, блядь? Сашка, отчёсти. Чего? Снимает она. А где? Просто экранчик отключился, чтобы засэкономить. Скажите, бомжи сейчас. Там просто клеенка. Там бомжи? Там бомжи прямо сейчас. Саня, Леха, вылазь, Саня, не надо, Саня, не надо. Степ, бро. Не надо. Бля, застрял, мужики. Реально? Здорово, братец, блядь. Ты хули меня снимаешь, пока я играю на парке развлечений? Лучше поставь лайк на это видео. Сделай людей счастливыми. Здесь может паук быть. Сань, выпусти, отходи, Сань. Сань. Держите его, ребята. О, ты грязный. Еба! Очистите меня, шестерки. Молодец. Ох, давай, еще, сука. Мы можем просто вход закрыть и выиграть игру. Чтобы это не казалось как город рекламы. Парк хуй-то. Там бустер! Какой бустер, дебил, бы? Кричат, там бустер. Меня смотрят только взрослые пацаны, блядь, с большими хуями. Напишите длину пениса. Длину пениса и возраст. Большой, и номер телефона. В кафе 7, блядь. Меня просто случайно официант докоснется, я такой, бля. И достаю сотку молодую, он такой, это на чай, блядь. Главный бомж России. Тянет на мусорке, не знаешь. Ну, валяет от тебя так же, как и до того, как ты залез туда. Не, ну, сдалека, мне кажется, не видно. До свидания, долбоёб. Удачи тебе. Веселиться. А может, у тебя подписчиков нету в целом? Накрученные, фу. Есть хоть одно сообщение, посмотри. Может, там есть сообщение, типа, я на ВДНХ сейчас. Уточнений не было, коснулся тебя через экран. Бля, чел, ты выиграл, сука. Славик, я вылетел. Блядь, там подписчик за это. Блядь. Ух ты, ёбаный Гена. Смотри, чел на самокате хуярит. И смотри, кто нас. Где? Бля, он сюда едет. Не, он реально к тебе. Хватай его! Да! Я успел! Что за охранники, ебаный в рот? Ебаные охранники! Слав, извини! Нормально, брат, я чуть не умер, но. Извини! Ладно, я пошутил полу за тысячу. Ладно, опять пошутил. Слав. Ну и что скажешь? Все, блядь. Ну по факту 100 тысяч его. Че, 100 тысяч? Ты меня забрал, когда телефон я тебе дал. Пиздишь. Бля, брат, нет, скажи. Не, ну в принципе этим должно было закончиться. Я сомневаюсь, что чел, который меня бы убил, он меня бы уже отпустил. Просто повезло, что он, блядь, большой нахуй, а не такой. Да, блядь, а ты что, против младенцев я тебя нанял? Да как мы бежим нахуй, просто толкаем, а че почему? Я сам улетел нахуй, думал, ебать вы ебаны, охранники, нахуй меня толкаете, блядь. Я его хватаю, он просто, ему похуй вообще на то, что его хватает, он бежит. Я не верю. Бля, потратить сумму. Нужна... Дядь, а может тебе не нужна сотка? И мы продолжим видео снимать. Нужна, брат. Да нахуй. Нет. Деньги это грязь. Ты, погоди, а давай его записать сторис, сотку у него, пацаны, ловите и хуярьте его. Ну, мы еще в такую пизду забрались. Тут бежать некуда было, блядь. Понял? Я бегу, думаю, ебать, ну как в фильмах, нахуй. Почему ебаный тупик? Два раза медленнее, чем он, нахуй. Я охуел, ты как раз. Смотри, как он бежит за мной, я думаю, все, я тебя пизда. Мужики обосрали. Вы что, ебанули? Блядь, ну вы что, блядь? Да. А? Вы испугались? С таким рыбом, ну вот не испугались, я думал, может кого там убивают. Он должен был поймать меня, типа, кто первый до меня докатился, то 100 тысяч рублей получит. Поэтому он так бежал, я честно сам обосрался. Он не догнал, не получил. Догнал, вот 100 тысяч его. Они, оказывается, испугались, я думал, они просто, типа, нас быканули. Ну, бля, я бы на самом деле тоже обосрался, прикиньте, я такие долбоёбы летят, а там еще бежать некого, то есть. Я еще кричал, помоги. Чтобы здесь мужики просто его срубили нахуй вдвоем, блядь. Шлагбаум сделали, ты знаешь, эту хуйню коробку так ставят. Типа, нас челы будут догонять, мы говорим, что у нас нет приза. А нахуя мы бегали? А нахуя догоняли?
Короче, пацаны, если ролик наберет 250 тысяч лайков, то я сниму догонялки во всем городе с подсказками часов на 10. И призовой будет 1300. И легко ставим вместо тебя, блядь. Ванек, вырезай нахуй их инстаграмы, блядь. Такие телохранители в рот ебал. Марк, сотку подрать. Долги раздать. Починить тачку. Ну и маме. Бля, красава, нахуй, респект. Я работаю. Сейчас, прикинь, я выхожу на дорогу, и просто тысячу шкалеров бегут за мной уже, бля. Я забыл сториз записать, что меня уже поймали. Ты, типа, вначале не улыбался, и я думаю, да это не к нам. Я же говорю, это он, это он, это он. И потом, когда ты повернулся, да, и ты такой, знаешь... Все, брат, давай, счастливо. Было приятно познакомиться, чуть не уебашил меня нахуй, бля. Я пиздец полетел, я охуел. Вы вдвоем должны были работать, вы понимаете? Да прикол то, что когда он спрыгнул с самоката, его просто так вот бросил, я... Я уже на этот момент понял, что он ёбнут в хорошем плане. Я думал, все, это пизда. И когда я вижу то, что Сашка его не удержал, я бегу такой и думаю, бля, он меня сейчас ёбнет. Я ничего не сделаю. И в итоге он бежит мимо меня, и я просто вот так пытаюсь. И он все ускользнул нахуй. Ты на экране сейчас, пацаны, увидите, я столько выложил. Типа закончил челлендж, ждем какое-то время. И 50 тысяч. Ребята, у меня есть плохая новость. Первый человек меня поймал, соточка улетела. А это значит то, что челлендж заканчивается. Всем спасибо, кто искал. До свидания. Ебать мой эйнус, бля. Что... Бля, пацаны, давайте по 25 вы скидывайте, если меня ловят. Так же интереснее, согласись, будет? Да. Ну, типа, я прям вот так буду. Ты понял? Сейчас я его... Нас чечел не убил, нахуй, который прибежал. Я там, ну, я записал сторис, реально все, то есть. Я просто хотел с вами увидеться. Короче, мы охуели, он нас чуть не снес, он моих пацанов отхуярил, блядь. А я побежал туда, и там тут их прикатил. А он пешком или... Он прилетел на это, на самокате. Спасибо тебе вообще за твой контент, за то, что ты делаешь. Ты красавчик, и тебе спасибо за твой контент. Контейнер, блядь. Тебе спасибо, кореш. Да не за что. Тебе спасибо, парень. Спасибо. А еще Гена. А сфоткаешь? А еще Гена. Гена тоже. Я знаю тебя, как ты. Даже на сейфер. Ну что, бежим, они не спалили, что мы еще сотку разыграем. Ну вот то, что повторно мы нет еще. Повторный старт ты не выложил? Может, ты все каких не блядь. Они, блядь, зачем они не услышали? Если они нас догоняют в следующем раунде, ты меня. Ты что, блядь, слышишь? Нормально у тебя все. Да, брат. А что такое? Да просто так набрать черкового. Да охуеть, да мы ролик снимаем, брат. Ты не видел сторис мой? Не видел, но смотрю, ты на дриле вообще конкретно. Я вообще на ёбан тупо. Ладно, все тогда не отыграй. Давай, родной. Отсосал, бля, хуй тебе, ебать. Все подписывайтесь. На лоджи буду. Меня, ёба. Да. Все, давай, брат, обнял. Так, пацаны, готовим вторую сториз, блядь. Естественно, мы бы, ну, не 100 тысяч меня делались бы, еще надо 50 очков разыграть. Пацаны, вы думаете, что я ебаный фуфел, блядь, и после того, как меня поймали за 100 тысяч рублей, я закончил с этим мероприятием, нихуя. 50 тысяч рублей тому, кто до меня докоснется, опять же, парк ВДНХ, залетайте, я здесь. Давайте. Блядь, я молодой аристократ. Что, знакомый, да? Сука, на мне камни столько рад, дорого пиздец. Сука, на мне шлюха столько рад, дорого пиздец. А может, мы переоденем в тебя? Они такие, остановят. Почему бустер азиат? Нам как минимум нужно туда, где не проедет транспорт. Самокат, либо велосипед. Велик самый ебанутый. Прикинь, меня чел на велике снесет. А голод по вот этой херне стоит так. И там наверху стоят. Не, я сейчас настроен падать в ноги, типа, серьезно. Мне похуй. Типа, проходят ноги, все такое, прям повалишь. А, блядь! Братик, ты за. Да бля! Бля, да вылези, ты нахуй, что ты делаешь, блядь? Да бля! Долбоёб, да вылези, не мог! Бустер секьюрити. Сзади. Понял, когда и конфиденциальная информация, чтобы он не знал, но нужен оператор. А он, ну, с наушниками идет, он ничего не слышит, он просто идет прямо. Это моя разработка, пока не пиздите о ней никому. Бежит. Где? Блядь, чё бежит? Да за нами менты бегут, по-моему. Там менты! Там мусорасина, нельзя бегать, дебилы, блядь. Меня наебали, да? Не-не-не. Он просто так бегает. Это спортсмен, блядь. Реально? Да. Вон он бежит, это спортсмен просто. Ёбаный рот, блядь. И возьми с паничкой. Я обосрался, нахуй. Я какать хочу. Я только пожрал, блядь.
Ты сейчас подсъем тачки делаешь, да, спиной? Обзор Давидыча, новый видосик. Давайте думать, как подписчики, блядь. Как? О, я поставлю лайк, пожалуй. И подпишусь на канал. Бля, у нас теперь, знаешь, бегафобия, блядь. Любой человек занимается спортом, блядь, чел, не делай этого. Ты, блядь, чисто бустер, нахуй. Еще, знаете, вот люди, которые, типа, до 27, они не шарят за твич, они все называют бустер. 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 Запомните раз и сигар, ребят, пожалуйста. Ну ладно, звучало как угроза. Пожалуйста, запомните. Любимый. Я бустер. Брат, как будто хуёвое место прям. Давай засним подсказку какую-то. Пацаны, ну что за хуйня? Вы 50 тысяч не хотите? Где вы? Я просто вот уже все, вот локацию спалил, блядь. Покажите себя, нахуй. Здесь кто-нибудь есть, дайте мне знак, блядь. Бля, очко жестко запотел. Я просто не вижу, куда бежать вообще. О, вот, бежит. Блин, я обосрался. Кореш чисто, знаешь, такой кендер-блогер, бля. Когда твоего кента хуярит, он снимает, да. Блин, чел, не надо. Чел, не делай этого, ну или хотя бы медленнее, у меня мало FPS. Блядь, они идут за нами. Я предлагаю побежать. Посмотрим на их реакцию, давайте. А вон, они бегут? Посмотри. Нет, не бегу. А у вас было такое, типа, со школы что-нибудь идете медленно, и потом просто такие, приколите? Испугался. Если сейчас сказал, типа, бля, давайте побежим, посмотрим на их реакцию, они сейчас такие, чел, они сейчас побегут, давай посмотрим на их реакцию, просто идем пешком, блядь. Они сюда идут. Они же могут поймать. Да. Они увидели, они увидели. Пожалуйста. Ну, пацаны, вы слишком сильно, нельзя. Вы сами погибаете. Слава! Слава, беги! Направо, мне же еще не сердце прогреть. Все, мы быстро так вот сюда сзади нельзя. Все враги. Люди, я понял, лабиринт, я хочу передохнуть. Давай. Это же те были, которые к нам подходили. Да, я понял. Если они нас догоняют в следующем раунде, ты меня. Ты твой, блядь, слышишь? Мы еще, как всегда, как ебланы, сидим, долго ждем, пока не подойдут. И потом такие, бежим. Слушай, мы, по-моему, отрабатываем больше за 50 тысяч рублей, чем 100. А если нам еще платили, блядь? Бля, я убил бы. Ладно, это шутка, конечно. Смотри. Они... Девушку бросил ради 50. Парнишка 50 тысяч зарабатывает. Он сейчас смотрит, он в кинотеатр, куда угодно там. Все, что надо, купит. Трусики, Кельвин Кляйн. На Михел ездит, на смокать, я тут же, блядь. Когда в страшном фильме прячешься, и тут звонит, да, телефон, знаешь. Да, да. Короче, смотри, та локация, где мы откуда убегали, тут уже пиздец народу тут. Человека три рядом с нами ходят, и тот самокатер, он уехал в вашу сторону. Он только что здесь проехал. Самокатер только что здесь проехал, Саня сказал. Я никого не видел, у меня инсульт. Давай, мы к вам идем. Подожди, а зачем вы к нам идете, если за вами... Не, слышь, брат, я... Все, понял. Ебать, он гений. Просто рядом с ним чел идет. Я воякую. Такой смотрит на него, блядь, чел-то ебать, ну. Прошло только 20 минут. Вон чел тоже бежит, смотри, слабый. Давай сэфимся. Блядь, там как красная хуйня мигает. Че, мужики? Славу ищите? Бля, мне нравится скрываться, надо что-то сделать, чтобы меня в розыск объявили. Мы не можем превратиться, как в Hide and Seek, в дерево, типа, или там, в бочку. Стой. Вдруг это отвлекающий маневр специально. Блин, чел, а мы сможем отсюда выйти? Может, чел плакал, словно, типа, год там ходил? Типа, его мама уже не узнала, он постарел в лабиринте в этом. Можем пройти не по мосту, а вот тут. Так больше шансов на маневр. Если что, в реку прыгать. Это не твои? Надеюсь, нет. Ну, это тупо будет. Ну, смотри, если мы, например, были бы за нами сейчас убежали, я бы мог встать просто вот тут в проходе, плечи расправить широко-широко, и они бы не прошли. Мне кажется, если ты был первый человек, который сотку выиграл, он просто бы нахуй через тебя перелетел. Перепрыгнул. Не, он просто мне бы с ноги в позвоночник дал. Он не понял, он тебя как скорпион бы вытащил, он тебе бы рукой бы, бля, просто достал. Нет, девочки, бустера вы не найдете. Да, мы уже поняли. Вы не найдете бустер, несмотря на то, что у вас собака милая. О, ты бустера ищешь? Он в той стороне. Серьезно? Да-да. Мужики, вы куда? Пацаны, он не там точно. Мы одного чела наебали, он туда побежал. А сам он туда пошел. Хуя, не ищется, нихуя, пацан, да? Ты тоже бустер ищешь? О, бля. Бустер ищете?
Кого? Вы бустеры ищете? Бля, там надо понимать то, что челы, наверное, ну, они типа следят все равно за Саней и за корешем. Они ждут, что они лоханутся, ну, конечно, и вернутся к нам. Конечно. Но они не лоханутся. Потому что это бустер секьюрити. Они еще просто ебутся друг другу. Стой. Можно сфотографироваться? Слушай, ну только на расстоянии, наверное. А то есть там одна проблема. Спасибо большое. Можно я с вами? Да, давай. Стой, так же, стой. Держи. Они, походу, не шарят. Они не шарят, но тебя очень испугался. Я тоже. Она, знаешь, так подошла, как в собственных фильмах, кого-то она такая, извините, а можно сфотографироваться? И потом такая, бля, не, я тоже обосрался. Это почему так странно звучало, причем, что она не шарит. Типа, я не могу сфоткаться. Типа, так близко не могу фоткаться. Типа. Блин, признай, сколько бы угарно было бы, сейчас подлетает какой-то дед и говорит, эль приму. Стой. Как на крутящемся стуле поворачивается и гладит кошку. Я знал, что вы сегодня. А ты что, бабуси прикусил? Кровь? Кровь, да, хуярит. Разбили, суки. Разбили в драке. Я знаешь, что думаю? Можно ебашить через центр, к главному входу. Да. Если до главного входа меня никто не поймает, то дальше нет смысла продолжать. Да, я согласен. Прошло уже, знаешь, столько времени, что бдительность уже чуть-чуть, ну, подубавилась, ты понимаешь, да? Да. Ой. Блять! Беги! Беги! Сука, он быстрый! Беги! Беги! Блять! Здорово, Ева! Так спокойно, здорово, Ева! Ты сфоткаться просто? Нет. А чё? Бабки получить. Какие? Ладно, пацаны. Челлендж закончился, ебало меня разбили. Чуть-чуть всем. Всем спасибо, что поучаствовали. До свидания. Он так проезжал, знаешь, ты не сразу понял, что это мы, я, да? Типа, увидел камеру и пошел к вам поехать. Так, знаешь, типа, взглядом проводит, и я понимаю, что это не просто так. На что потрачешь? Не знаю, подумаю еще. Ну, какие-то уже заготовочки есть? iPhone 11 взять. Ну, реально? Нормально. Он сейчас сколько стоит? 40 где-то. Ох, ебать, нахуй, поздравляю, брат. Нет, ты красавчик, видел, что не, ну, так сказать, не сдался, блин. Ну, тактика с самокатами самая рабочая оказалась. Ребят, постоянно идите к цели, никогда не останавливайтесь. Делайте то, что вы, блин, не знаю. Они уже почти смотивированы, давай еще немножко. Скажи, я был просто охранником, просто у меня была мечта стать оператором всех популярных блогеров. Че, ничего не лезет? Ну, похуй, да. Мы сейчас отойдем, когда, ну, ты скинешь обратно карту. Ага. Все, пацаны, спасибо огромное, что посмотрели. Если вам понравилось, если вы хотите более масштабные, на более большие бабки, такие же салочки, пряточки в другой локации уже, в какой-нибудь, уже более тоже масштабный, типа, может быть, город, нахуй, какой-нибудь, Подмосковье или вообще другой город там какой-нибудь, ну, подальше от Москвы, то пишите в комментарии свой город, где вы хотите, чтобы я это устроил. Ставьте лайкусер, 250 тысяч лайкусеров, прям вот такая цифра, от которой мне хорошо на душе будет. До скорой встречи, пацаны, с вами был полковник Бустеренко, до свидания, всем пока. Ты заебал. Поехали к кардиологу, нахуй, я чё умру, блядь.